Hello everyone and welcome to the webinar today. We have a lot of attendees for the webinar, so we will start in 2 minutes so that people have time to join. Okay, so I think that we can get started. I wanted to say thank you for joining the webinar today. We're going to talk about Crossref and Open Journal Systems, OJS. My name is Rachel Lammy, and I'm Head of Community Outreach at Crossref. I'm Director of Department of Communication. Crossref is a not-for-profit organization. Crossref – это неприбыльная организация. And we try to make research easy to find, cite, link, assess, and reuse. Crossref – это поиск ресурсов по нахождению сайтов и линков. Some information on the webinar today. Некоторая информация о сегодняшнем вебинаре. We will keep participants on mute, but if you have any questions, you can ask them in the chat or the question and answer window. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их в чате. А если откроете окно, и там можно будет написать. I will also send an email to with a recording of the webinar very soon. The first thing that I will do is I will hand over the controls to my co-presenters. Я хочу проконтролировать мою презентацию, поэтому я тоже ее. Andrey Zolkover from InterNauka will provide an introduction. Андрей представит часть презентации. And then Vitaly Bishenko will provide a demonstration of Open Journal Systems. И Виталий представит открытую версию журнала позже, после Андрея. And I would like to thank them both for their help. И я благодарна им за их помощь. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вижу проблемы со звуком, но постараемся сейчас решить эту проблему. Я приветствую вас на вебинаре, который посвящен вопросам присвоения цифрового идентификатора DOI. Этот вебинар организован издательским домом InterNauka совместно с регистрационным агентством Crossref. Мы планировали этот вебинар провести на украинском языке, но интерес к вебинару проявили наши партнеры из Казахстана, Белоруссии, Российской Федерации, и по их просьбе мы проведем его на русском языке, если вы не против.
Как сказала Рэйчел, этот вебинар будет записан и размещен на YouTube-канале и Кросрефа, и издательского дома Интернаука. В рамках сегодняшнего вебинара будут рассмотрены... В рамках сегодняшнего вебинара будут рассмотрены следующие вопросы. Кросреф как регистратор цифровых идентификаторов, получение префикса регистрации DOI, процедура оплаты зарегистрированных DOI и возможности оплаты для организаций, присвоение DOI для научных изданий на платформе Open Journal System. Также, если у вас будут вопросы, мы постараемся на них ответить. Спикерами данного вебинара стали Рэйчел Лами, представитель регистрационного агентства Кросреф, Золковер Андрей, глава редакционного совета издательского дома Интернаука и амбассадор Кросреф в Украине, и Виталий Бешейко, разработчик платформы OGS в проекте Public Knowledge Project. Давайте приступим к рассмотрению вопроса вебинара. Итак. Какие были предпосылки для появления цифровых идентификаторов? Сеть интернет стала неотъемлемой частью жизни современного человека. И, наконец, первого полугодия 2018 года в мире насчитывалось более 4 миллиардов пользователей всемирной сетью, что составило более 55% населения Земли. Активно развиваются интернет-технологии и в научной сфере. Так, современные библиотеки, репозитарии, архивы, научные издания – повседневно используют всемирную сеть в своей работе. Но существует проблема. Страницы во всемирной сети не являются стабильными и могут изменять свой адрес из-за ряда причин. Такими причинами могут быть изменения конфигурации компьютеров, реорганизации файловой системы или изменения в организационной структуре. Изменение веб-адреса страницы может оказать негативное влияние на развитие научной сферы. И авторы могут в процессе поиска информации переходить на указанные адреса, но не находить материал. И одним из вариантов решения данной проблемы стало развитие системы универсальных идентификаторов ресурсов, Universal Resource Name, который разрабатывается комитетом Internet Engineering Task Force. На сегодня существует несколько проектов, основанных на принципе Universal Resource Name. Среди них Persistent Uniform Resource Location, Handle System и DOI. Рассмотрим каждый из них по своей функциональности. По своей функциональности PURL – это обычный интернет-адрес, который указывает, но не на конкретное местонахождение ресурса, а на запись в базе данных PURL, где в свою очередь записан уже URL-адрес той страницы, которую мы ищем. И при обращении к PURL сервис находит нужную запись в этой базе данных и перенаправляет запрос уже на конкретное место расположения ресурса. Если адрес ресурса меняется, то нет необходимости исправлять все бесчисленные ссылки на него, а достаточно лишь изменить записи в базе данных, а PURL останется неизменным. И таким образом достигается постоянство внешнего адреса ресурса. Другим проектом, который обеспечивает постоянство интернет-адресов, является Handle System. И система Handle System предоставляет универсальную глобальную службу имен, и это позволяет широкому кругу пользователей использовать эту технологию для определения цифрового контента независимо от места расположения. На основе системы Handle System работает система цифровых идентификаторов DOI. Таким образом, DOI – это уникальный номер, созданный для идентификации информации и нацелен иметь постоянство, несмотря на изменение местонахождения сайта или изменение владельца ресурса. Одну секундочку. Uh-huh.
Схема преобразования DOI схожа с системой PURL, и, то есть в отличие от прямой ссылки на интернет-ресурсы, DOI обращается к промежуточному сервису ссылок, который связывает DOI с актуальным URL и возвращает этот URL пользователю, который может работать уже с нормальным URL. Кто присваивает DOI? DOI присваивается регистрационными агентствами. В мире на сегодня функционирует 10 регистрационных агентств. Для научного контента DOI присваивается регистрационным агентством CrossRef, которое является международным реестром научно-информационных материалов и связанных с ними метаданных. CrossRef был создан в 1999 году по инициативе Международной ассоциации издательской цитируемости, Publisher International Linking Association, и работает на основе открытых стандартов системы DOI. На сегодня членами CrossRef являются более 12 тысяч издателей, которые зарегистрировали более 100 миллионов записей. DOI состоит из префикса и суффикса. Префикс идентифицирует издательство и присваивается CrossRef. Суффикс идентифицирует непосредственно научный материал, которому мы планируем присвоить DOI. Суффиксы формируются и регистрируются издательством. Как начать присваивать DOI? Для того, чтобы начать присваивать DOI научным материалам, издательству необходимо заключить контракт с Publisher International Linking Association либо с ее спонсорской организацией. Контракт со спонсорской организацией является равносильным прямому контракту с ПИЛА и предоставляет издательству тот же объем прав и возможностей. На 22 ноября, то есть на сегодня, функционирует 86 спонсорских организаций ПИЛА, которые действуют в 31 стране. Такой организации в Украине, есть несколько организаций в Украине спонсорских, одной из них является издательский дом Интернаук. После получения и заключения контракта и получения оплаты издательству присваивается префикс DOI, который вносится в реестр CrossRef. Также издательству предоставляется логин и пароль для внесения метаданных и регистрации суффиксов. Присвоение DOI является платным. Оплата за DOI состоит из двух частей. Первая часть – это ежегодный членский взнос. Вторая часть – оплата за каждый присвоенный DOI. При прямом контракте с CrossRef ежегодный членский взнос зависит от размера доходов организации от издательской деятельности за предыдущий год. И если доходы от издательской деятельности не превышают 1 миллион долларов в год, то ежегодный членский взнос составит $275. Оплата за каждый зарегистрированный DOI составит $1. Издательский дом Интернаука как спонсорская организация предоставляет возможность для издательств Восточной Европы заключить контракт по специальным условиям, и для организации возможен выбор одного из нескольких вариантов оплаты. Я на данном слайде привел сравнительную таблицу. Также для участников данного вебинара будут предложены специальные условия на присвоение DOI. Для этого вам необходимо связаться с нами. Контакты будут в конце данной презентации. На данном слайде я выделил ряд других преимуществ контракта со спонсорской организацией помимо ценового фактора. А именно, срок присвоения префикса составляет до 10 рабочих дней. Перед оплатой членского взноса издательству предоставляется бесплатный DOI для тестирования. Договор заключается с резидентом, и организации предоставляется полный пакет документов для регистрации договора в казначействе и в других государственных учреждениях, которые необходимы. Оплата производится в национальной валюте по курсу Национального банка. С декабря 2018 года по согласованию с CrossRef издательством также будут выдаваться сертификаты присвоения префикса. Работу по присвоению DOI в издательском доме Интернаука координирует амбассадор CrossRef в Украине Солковер Андрей Александрович. Институт амбассадоров CrossRef был внедрен в начале 2018 года, и целью деятельности амбассадоров является содействие издательствам при работе с DOI и другими сервисами CrossRef. Поэтому при возникновении вопросов, связанных с DOI или сервисами CrossRef, вы можете обращаться
ко мне, и я постараюсь вам помочь. Мои контакты будут также в конце этой презентации. Как присваивать DOI? То есть после того, как у вас, как вы получили префикс DOI, издательство получает возможность формировать суффиксы DOI. Регистрация суффиксов осуществляется через интерфейсы WebDeposit, и подробная инструкция на русском языке по регистрации DOI представлена на нашем веб-сайте, на веб-сайте издательского дома Интернаука, и я привел ссылку, где вы можете с ней ознакомиться. Для сайтов научных изданий, которые размещены на платформе OGS, предусмотрен плагин, который позволяет присваивать DOI в автоматическом режиме. И после моей презентации как раз Виталий нам расскажет о всех нюансах присвоения DOI для журналов на платформе OGS. Также в ближайшее время появится возможность вносить метаданные для регистрации суффиксов через сервис MetadataManager. На данный момент он находится на тестировании. Это будет еще более удобная платформа для присвоения суффиксов, хотя и на данный момент система веб-депозита не занимает более 2-3 минут для присвоения DOI для научного материала. Это интерфейс, который планируется для Metadata Manager. Также в рамках подготовки нашего вебинара возникло очень много вопросов. Я постарался их систематизировать и ответить на них. Итак, есть ли возможность заключить контракт со спонсорской организацией, если уже заключен прямой контракт с CourseRev? Да, такая возможность имеется. Вам достаточно сообщить CourseRev о том, что вы переходите к спонсорской организации. Для этого вам достаточно написать на e-mail CourseRev. Я указал, на какой именно e-mail. При этом все зарегистрированные DOI, логин и пароль останутся прежними, и вы можете работать в таком же режиме, как и ранее. Есть ли возможность перейти от одной спонсорской организации к другой? Да, такая же процедура, как и в предыдущем варианте. То есть вам достаточно уведомить CourseRev и спонсорскую организацию о переходе к другой организации. Сколько необходимо префиксов для издательства? Как правило, присваивается один префикс на все издания издательства. Но при необходимости издательство может запросить префикс DOI для каждого издания. Но хочу отметить, что для издательства важно иметь собственный префикс DOI и не передавать право на регистрацию сторонним организациям. Это может привести к потере аффилиации с вашим журналом в случае разрыва отношений либо каких-то проблем у этой организации. Также на данном слайде я привел реестр префиксов, адрес, где вы можете ознакомиться с реестром префиксов DOI, которые зарегистрированы в CourseRev по этой ссылке. Как формировать суффиксы DOI, есть ли какие-то требования? CourseRev не предъявляет каких-то либо требований к структуре суффикса, ограничивая только набор допустимых символов. Редакция самостоятельно формирует суффиксы и может сформировать свою собственную учетную политику, но каждый суффикс должен быть уникальным. При формировании суффикса рекомендуется не использовать сложных символов. Таким образом, еще раз, DOI состоит из префикса и суффикса, который формирует издатель. Где можно посмотреть все DOI, которые присвоены издательством? Я привел здесь ссылку, где вы можете ознакомиться со всеми DOI, которые присвоены издательством в рамках в разрезе каждого издания. Можно ли удалить DOI? Нет, удалить DOI нельзя. После того, как он уже зарегистрирован, он не подлежит удалению. В системе CourseRev он останется вместе с метаданными, которые были внесены при регистрации. Как и где отображается DOI? DOI размещается на веб-страницах статей, оглавлений и на первой странице самой статьи. Жестких правил, которые регулируют размещение DOI, в статье нет на данный момент, поэтому иногда он может быть указан в верхнем или нижнем колонтитуле, иногда под резюме, а иногда в боковой сноске. На этом же слайде я отметил то, как рекомендуется отображать DOI при его формировании
и то, как его следует записывать на сайте и в печатной версии. Где проверить присвоенный DOI? Присвоенный DOI можно проверить на сайте doi.org. Для этого необходимо ввести уже сформированный DOI в характерное окно поиска. И если DOI зарегистрирован, то вы должны попасть на страницу веб-сайта, где размещен научный материал, как в данном примере. На данном слайде наши контакты. Это контакты издательского дома «Интернаука», который является спонсорской организацией «Кроссрев» в Украине, и контакты издательской службы «Мираж», которая является спонсорской организацией «Кроссрев» в России и в странах СНГ. Также сайт «Кроссрефа», у них там есть, на этом сайте есть страничка контактов, где вы можете задать любые вопросы. Также эти вопросы вы можете задавать мне по нашим координатам, и я с удовольствием постараюсь на них ответить. Спасибо за ваше внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в чат. Дальше я передаю слово Виталию для того, чтобы он рассказал нам об особенностях формирования суффиксов для платформы OGS. Виталий? Так, здравствуйте все, кто сейчас с нами. Я вам буду показывать, как в режиме реального времени, как можно назначить платформе через платформу OGS DOI. Если можно, следует этот экран, который сейчас выключить, чтобы, я так понимаю, я мог показывать, потому что сейчас включен ваш. Так, спасибо большое. Я работаю в Public Knowledge Project. У нас небольшая команда. Мы занимаемся изданием, выпуском нескольких продуктов. Мы не прибыльная организация, один из которых Open Journal Systems, который уже на протяжении 15 лет стабильно выходит, мы его поддерживаем, работаем в этом направлении. Следует сказать, что сейчас доступна версия 3.1.1-4, это самая последняя версия, и очень много изменений произошло с этого периода. Может быть, вы знакомы с OGS версией 2, мы проделали огромную работу, и в 2016 году выпустили третью версию. И мы настоятельно рекомендуем использовать именно ее, именно эту третью версию. Там были исправлены многие ошибки, улучшена возможность работы с журналом, улучшен внешний вид и дизайн. Я вам буду показывать сейчас именно третью версию, но если возникнут какие-то вопросы по второй, я вам тоже могу вкратце показать, как это делается, принцип там абсолютно один и тот же. И я хочу добавить, что со второй версии вы можете обновить версию до третьей. Для этого вам надо обновиться до последней версии OGS 2, это 2.4.8. И после этого вы можете пройти процесс до обновления до самой последней третьей версии. То есть это возможно, не надо удалять там журнал, все будет сохранено. Возможно, если версия журнала уже давняя, то есть начинается там с версии 2 и 3 и так дальше, могут возникнуть какие-то проблемы. И нужна будет помощь специалиста, но в принципе мы делали несколько апгрейдов, и все они были удачные, то есть это возможно. Так, теперь, я так понимаю, чтобы мне показать экран. Угу. Окей, сейчас я попробую в режиме реального времени это все показать. Так, сейчас вы должны видеть мой экран. Это есть интерфейс, сейчас вы видите третьей версии. Я здесь, это реальный журнал, который существует, я здесь имею роль администратора, и как администратор сайта, он может быть только один, тот, который установил систему, так и менеджер журнала, это есть специальная роль, может совершать эти действия. Для начала плагин следует настроить. Если вы видите, здесь есть меню Settings, вы также можете включить и версию, у меня просто нет здесь русской версии, но вы также можете, то есть у нас есть перевод, он практически полный, спасибо нашей комьюнити, то есть интерфейс также будет и на русском языке,
доступен. Итак, вы видите здесь settings, это настройки, и веб-сайт. Плагин этот доступен изначально, то есть сразу после установки вы будете видеть этот плагин у себя. Вы можете здесь видеть очень большой список плагинов. Тот, который нас интересует, называется CrossRef XML Export Plugin, то есть для экспорта данных в CrossRef через наш интерфейс и через наше совместное API, то есть специальная такая система. Как вы видите, все здесь довольно просто в самом этом плагине. Вы вводите имя, ваш email, вы вносите здесь логин, который есть в системе CrossRef у вас уже, и здесь вы вносите пароль. Все, автоматически вы сохраняете, нажимаете кнопку Save, да, и тут вам выскочит окошко, что все сохранено. В самом плагине вы можете, когда вы нажимаете кнопку вкладку «Статьи», вы можете видеть список всех статей, которые были опубликованы. У вас есть несколько вариантов, два варианта, будем более точно, для того, чтобы отправить DOI в CrossRef. Первый вариант – это автоматически. Все, что вам надо сделать, это отметить статью любую. Вот, например, сейчас, секундочку, есть статья, у которой не имеет DOI. Вы видите, что здесь написано not deposited, то есть данные не размещены в CrossRef. И дальше вам надо, вы можете нажать кнопку валидации вашего файла, то есть проверка на ошибки, и нажать кнопочку отправить. По идее, если все хорошо, система сейчас обрабатывает запрос. Если все хорошо, выскочит окошко, и ваша статья будет отмечена как submitted, как минимум. Да? Сейчас следует немножко подождать. Это занимает некоторое время. Сразу скажу, что вы имеете возможность, если... Да, видите, все в порядке, выскочило окошко, регистрация успешна, и вы видите статус submitted, то есть отправлено. И эти данные уже вы можете просмотреть, я не буду на этом останавливаться, через свою страничку в CrossRef, ваша личная страничка. Там эти данные будут видны, и CrossRef также отсылает вам на e-mail сообщение о том, что файл либо был успешно внесен в систему, либо нет, и если нет, какие-то ошибки он может вам показать, вы можете проверить. Если что-то неудачно, какие-то ошибки выскакивают в процессе, вы можете загрузить XML-файл, который отправляется через систему CrossRef автоматически. Если вы его загружаете, вы можете потом его открыть в любой удобной программе, которой вы можете пользоваться для редактирования XML, HTML файлов. И посмотреть конкретно, какие там могут быть ошибки, изменить данные, внести новые данные. Так, одну минутку. Сейчас я попробую показать. Для этого мне надо... Сейчас, одну минуточку. Так, как мне... Так, это у нас не то окошко. Это у нас не то. Сейчас, минуточку, покажу это окошко. Вот оно. Итак, сейчас вы должны видеть файл, который генерирует система OGS, наш плагин, в автоматическом режиме. Вы можете видеть здесь различную информацию. CrossRef имеет специальные инструкции по тому, что, как и здесь вносить. Ну, как минимум, вы можете видеть здесь цифры, которые указывают... Это специальный идентификатор, который присваивается каждому подобному запросу, и он должен быть уникальный. Дальше вы видите имя того, кто вносит эти данные, email, который вы вносили, издателя вы видите, название журнала и так дальше все метаданные по поводу статей, включающие аннотацию. Лично для этого журнала мы добавляем здесь данные в абстракт,
если он структурирован, и только потом вносим через систему CrossRef. Как только у вас этот файл есть, опять же, вы можете залогиниться в CrossRef, и этот файл через веб-интерфейс загрузить. Это немножко дольше, не так автоматически, но вы здесь можете изменять, добавлять данные, как хотите. Имейте в виду, что очень аккуратно с этими DOI. Наша система присваивает их автоматически на основании определенного алгоритма. Вы можете его менять. Но для каждой статьи DOI должен быть свой. Как вы видите, да, у нас идентификатор – это сокращение журнала, выпуск журнала, номер его, вернее, том это называется по-нашему, выпуск, и номер самой статьи, ID статьи. Это достаточно уникально, и никаких проблем у нас при этом не возникает. Сейчас я вижу, что есть какие-то вопросы, я сейчас закончу, да, и мы сможем на них ответить, если не адресованы ко мне, то я смогу ответить. Так. На что еще я хочу тут обратить внимание? Вы можете перед тем, как начинать работу с присвоением DOI, вам необходимо будет настроить алгоритм его присвоения. Вот вы видите, я нажал DOI Plugin Settings, то есть настройки самого плагина, и вы здесь видите, как вы можете каким образом вы можете присваивать DOI. Вот здесь ваш DOI префикс. Как уже было сказано, желательно, чтобы у каждого издательства он был свой. Вы его вносите, тот, который у вас есть. Он автоматически уже будет присваиваться каждой вашей статье в этом журнале. Также вы можете выбрать, чему присваивать DOI. Он может быть либо присвоен выпуску, либо статье, либо гелой, это имеется в виду те файлы, которые вы подгружаете в вашу систему, которые уже сверстаны. Это может быть HTML-файл, или XML-файл, или PDF-файл. То есть вы можете присваивать DOI каждому отдельному файлу. Для себя мы лично выбрали DOI один для статьи. Это очень удобно, мы не путаемся. Ну, в принципе, я рекомендую это делать. Как вы видите, здесь стоит галочка напротив использовать паттерн по умолчанию. Что это значит? Что вам DOI будет присваиваться, вот основная его часть после префикса, по алгоритму, который я описал 2 минуты назад. Я тоже рекомендую это делать, но вы можете тоже вносить какой-то свой паттерн, и перед выпуском статьи вы тоже можете его менять сами. Есть такая возможность. Но опять же, лучше этого не делать, чтобы не путаться. Потому что DOI один может быть для статьи два одинаковых, чтобы вы случайно не присвоили 2 одинаковых. Так. Ну, я думаю, это основное, что я хотел сказать по этим настройкам. Так, сейчас я смотрю. А, и еще одно. Когда мы заходим, например, на какую-то статью, которую мы хотим опубликовать, и мы ее хотим... она у нас была редактирована, сверстана, она у нас на стадии продакшн, то есть выпуска. Мы можем... во время вот этого вот процесса отправки видеть, да, что вот этой статье, тут в данной статье DOI уже был назначен. И вы можете видеть, что есть окошко, где выскакивает, какой DOI был в статье назначен, чтобы проконтролировать этот процесс. В каждой статье, которой не назначен DOI, вы можете выбрать, поставить галочку, давать ей DOI или не давать. То есть у вас есть выбор не давать DOI, если по каким-то причинам вы это делать не хотите. Так. Угу. И что я хотел еще сказать, это показать вам старый интерфейс OGS. Я в нем очень мало работал, поэтому ну, тут я не эксперт, но как назначать DOI, в принципе, механизм абсолютно тот же. Вы заходите, логините в журнал. Опять же, здесь у меня роль администратора. Менеджер журнала тоже это может делать.
нажимаете на сам журнал, нажимаете на роль менеджера и нажимаете на вот тут вот, видите, последний такой пунктик в страницах, которые вы можете редактировать, называется import-export data. То есть означает это отсылание куда-то данных или принятие их системой. И здесь вы можете видеть плагин CrossRef, Export Registration Plugin. Абсолютно такая же система, вы можете настроить эту систему, назначив тут вот ваши данные по поводу DOI, логин и пароль. И также вы можете назначать таким же образом, присваивать DOI или загружать XML файл, который в ручном режиме вы отправляете в CrossRef. Здесь нет у меня ни одной статьи, это я сделал этот журнал специально для нашей сегодняшней встречи, для нашего вебинара. Ну, и в режиме реального времени здесь не покажу, но, опять же, абсолютно такой же механизм работы с этим плагином. Так, окей. Всю основную информацию, которую я хотел, я дал. Теперь мы можем перейти к вопросам. Так. Есть, я смотрю, есть тут такие, которые относятся лично ко мне. Сейчас. Так. Так, открытых вопросов, адресованных ко мне, я не вижу. Так, я так понимаю, это все вопросы к нашему амбассадору CrossRef, поэтому я передаю ему слово. Да, спасибо, Виталий. Итак, вопросы, которые к нам поступили. Секундочку. Необходимо ли иметь префикс для каждого издания? Нет, как уже говорилось, префикс присваивается один для организации, которая может иметь несколько изданий. Но рекомендуется, чтобы у каждой организации был свой индивидуальный префикс, под которым она может издавать несколько изданий. Относительно суффикса. Суффикс формируется издательством, исходя из вашей учетной политики. И, как сказал Виталий, то есть вы самостоятельно определяете, каким образом его формировать, именно что касается, как пример, и как формируем его мы, это ICCN, номер тома, номер журнала, номер тома и страницы статьи. И таким образом получается уникальный суффикс DOI. Но это один лишь из вариантов, и вы можете самостоятельно выбрать механизм формирования суффикса. На каком этапе формируется суффикс? Сформировать суффикс вы можете на этапе даже получения статьи, еще не опубликованной. То есть он у вас будет сформирован. Но он не будет активен. То есть если перейти на сайт doi.org, вы не попадете, вам выдаст ошибку. Поэтому сформировать суффикс вы можете, но и даже его указать в печатной версии, например, если у вас печатная версия выходит раньше, чем размещение статей на сайте. Но в дальнейшем вам необходимо будет в обязательном порядке зарегистрировать эти DOI. И когда они будут зарегистрированы, тогда у вас любой пользователь научной информации будет переходить по этому DOI и попадать на этот научный материал, который, на котором стоит DOI. Относительно присвоения
префикса. Спонсорские организации присваивают индивидуальный префикс, должны присваивать индивидуальные префиксы для каждой организации. Этот префикс носится в реестр Кросреф в течение нескольких дней после присвоения, и вы можете это проверить на сайте Кросрефа по той ссылке, которая была указана в моей презентации. Вопрос для Виталия. На платформе OGS можно поставить две птички на статьи и на выпуск. Виталий, нет звука? Да, можно поставить несколько галочек. Вы можете присваивать до их и сразу всему перечисленному. То есть и выпуску, и статье, и каждому файлу, который вы публикуете на сайте, прикрепляете как геллей, как, переводите, как ранка. То есть как ваш полный текст, например, статьи в формате PDF. Да, это возможно. Относительно оплаты возникают вопросы. Счета Кросреф высылает раз в квартал по результату деятельности. Интернаука высылает счета либо раз в полгода, либо раз в год, в зависимости от количества зарегистрированных DOI. Что необходимо сделать для изменения в названии издания, которое уже введено в Кросреф? Также вчера нам присылали вопрос, что необходимо сделать, если журнал вводили транслитерацией, а теперь хотят изменить его на английское название, его название на английский язык. Вам автоматически, самостоятельно вы этого сделать не сможете, вам необходимо написать службу поддержки Кросреф на адрес member@crossref.org. И если вы обслуживаетесь со спонсорской организацией, обратиться в свою спонсорскую организацию. Имеет ли издательство Интернаука отношение к Руснаука? Нет, никакого отношения к Руснауке мы не имеем. А как выглядит процедура обновления DOI, если изменился URL? Вам необходимо будет внести изменения уже в зарегистрированный DOI. Как это делать? У нас есть инструкция, которую мы даем своим членам, но также в ближайшее время мы в обязательном порядке это выложим. У нас есть раздел на сайте присвоения DOI, техническая информация. Там в ближайшие 2-3 дня мы выложим эту информацию, каким образом обновлять DOI, если изменился URL. Если DOI присвоена статье с ошибкой в ссылке, можно ли исправить? Да, ссылку можно подкорректировать. Вы можете, да, присвоить метаданные к той статье, отправив новый запрос в Кросреф, ну, с тем же DOI, только, да, чтобы он заменил. Нужно ли присваивать DOI архиву за последние 3 года, или издательство может присваивать DOI, начиная с определенного периода, например, с этого года? Рекомендуется присваивать DOI за последние 3 года. Это рекомендация. Она связана с тем, что очень активно развивается сервис Cited By. И, как вы знаете, в Украине на основе этого сервиса планируется запустить украинский индекс научного цитирования. И, естественно, для того, чтобы он начал работу, необходимо присвоить DOI всем материалам. Но таких требований нету, то есть это по решению редакции. Относительно сервиса Cited By и других сервисов Кросреф. Да, в Кросрефе есть другие сервисы. Мы обязательно проведем по ним вебинары или запишем видео. И хочу вам сообщить, что также мы уже перевели видео по Cited By, потому что это очень актуальный вопрос. И сегодня-завтра мы обязательно его выложим на нашем сайте, на нашем канале на YouTube. И вы сможете ознакомиться именно по Cited By.
С какими платформами помимо OGS работает CrossRef? CrossRef и не работает с OGS. Это плагин, разработанный OGS для того, чтобы присваивать DOI в автоматическом режиме. То есть, если ваша платформа, на которой построен сайт, разработает или у них есть плагины для автоматического присвоения или присвоения DOI, то вы можете это делать, потому что у сервиса CrossRef есть API, и вы можете внедрить присвоение DOI для своих журналов, которые не на платформе OGS. Может ли оплачивать счета CrossRef физические лица? Да, Виталий, вы хотели что-то сказать? Я просто хотел чуть-чуть дополнить, что этот плагин был разработан совместно над нами, с CrossRef и Public Knowledge Project, и он действует через специальную, ну, через специальный интерфейс, который только для этого и существует. Но другие платформы тоже могут пользоваться аналогичной системой, и если они действительно разработали плагины или другие возможности подобные, то да, они могут это делать без проблем. Насколько мне известно, в открытом доступе, ну, я могу ошибаться, подобных систем, которые так делали, нету. Ну, есть они, но они в доступе не открытом. Например, у каждого большого издательства есть подобная система, да, но это их собственность, они ею пользуются, ее нельзя, ну, другие пользоваться ей не могут. Что касается оплаты счетов физическим лицом. Да, вы можете это сделать. Оплатить вы можете от физического лица, от юридического лица, от организации, которая присваивает префикс CrossRef. Так, секундочку, еще есть вопросы. Вопросы, почему в общеукраинской реферативной базе данных библиотеки Вернадского Украина Наукова, Украиника Наукова, при отображении реферативной информации по научным публикациям не используют уже присвоенные издательством DOI? На данный момент не можем вам ответить, это надо обратиться к библиотеке Вернадского. Мы готовы с ними сотрудничать, и если будут с их стороны какие-то конструктивные предложения, мы готовы там внедрить все возможные инструменты для отображения. Вопросы относительно записи вебинара. Да, запись вебинара будет, как мы говорили, она будет разослана всем участникам и будет выложена на канале YouTube и доступна на сайте Интернауки. Интересует количество участников. На сегодня, на данный момент количество участников 108 человек. И, в принципе, это, наверное, является рекордным, так как вот мы общались с Рэйчел. Перед этим было зарегистрировано максимально где-то около 100 участников. У нас сегодня 100, вот сейчас 108 участников. Презентация участникам может быть отправлена. Если вы обратитесь к нам, с удовольствием отправлю вам презентацию. Ну, вам будет также доступно видео вебинара. Так, ну... Смотрю вопрос. В OGS нет модуля разметки цитат. Мне вот он не совсем понятен. Там есть система, если вы про список литературы, там есть возможность внести список литературы через систему и, так сказать, пропарсить его, то есть каждая отдельная ссылка будет отдельно отображена в системе, и потом она будет
доступна, ну, когда вы опубликуете статью на странице статьи самой. Так, насчет OGS имеют плагин Cited By. Вы имеете в виду, кто цитировал статью? Потому что, ну, либо что-то другое, потому что был в OGS 2 такой плагин, насколько мне известно. Но там, там целая история с этим. Мы сейчас пытаемся найти для OGS 3 возможность, чтобы разработать плагин, который бы показывал, сколько людей цитировало вашу данную статью. Пока что из подобных плагинов доступно только сколько людей просматривало статью, либо страничку там, где аннотация, либо страничку там, где PDF, опубликованные выпуски. И мы и система сама ведет статистику вот по всем этим заходам. Но пока по цитируемости самой статьи нет. Это надо связываться ну, с третьими организациями. И тут далеко не все от нас зависит, которые предоставляют подобное. Возможно, это можно будет сделать через CrossRef. Но я пока не обладаю информацией, поскольку я не участвую непосредственно в этой разработке, к сожалению. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Cited by. Если что, можете задать еще один с большим уточнением. По поводу, каким языком регистрировать метаданные. В принципе, вы можете регистрировать любым. OGS смотрит, какой язык основной. И на основании этого генерирует XML. То есть, если, например, это статья, и основной язык там указан английский, то данные будут отправлены на английском. Если украинский или русский, то, соответственно, на украинском или русском. Так же самое, если вы для отдельного файла PDF там, или HTML регистрируете, вы там пишете, указываете, на какой основной язык, и на том будет отсылать. В принципе, любой возможно. Насчет моего личного мнения, не только насчет OGS, лучше метаданные всегда регистрировать английским языком, потому что английский – международный научный язык. И, скорее всего, вашу статью будет искать именно на английском языке. Большая возможность, что именно на этом. И если даже человек живет в России или в Украине, он, скорее всего, тоже будет искать вашу статью на английском через сервисы CrossRef. Так. Вопрос относительно присвоения DOI для монографии, состоящей из нескольких частей. Каждая часть свой DOI. Да, вы можете присвоить DOI как для всей монографии, так и для какой-то ее части, точно так же, как для диссертации, либо раздела диссертации, либо книги, либо раздела книги и так далее. Ну, естественно, этот раздел, эта часть должна быть размещена на отдельной страницы, интернет-страницы, для которой будет присваиваться DOI. Если это про Open Monograph Systems, да, я вижу, там был. Это Monograph Press. Ну, к сожалению, ничего тут не могу сказать. Я в этом не эксперт. Я думаю, там такой же механизм, как и в OGS. То есть надо, получается, каждый отдельную часть отдельно публиковать, ну, отдельную гранку. Тогда это будет, я думаю, возможно. Но я тут не уверен. Еще раз вопрос относительно, каким образом формировать суффикс. То есть после того, как у вас в вашей организации присвоен префикс, вы можете сформировать суффикс. Вы формируете суффикс, исходя из вашей учетной политики, которую вы для себя выбрали как издатель. После того, как вы придумали этот суффикс, вы его должны зарегистрировать. Вы его должны зарегистрировать с помощью либо сервиса WebDeposit, либо вот с помощью передачи XML-файла в CrossRef, либо с помощью плагина для OGS. И в дальнейшем будет еще один Metadata Manager способ для регистрации суффиксов. И после того, как вы их зарегистрировали, вы можете их размещать у себя на сайте и в печатной версии журнала. Но если ваша печатная версия журнала выходит раньше, чем вы размещаете материалы на сайте, то вы можете разместить суффикс
у себя в печатной версии, но он будет неактивен. Он станет активен только после того, как вы его зарегистрируете. Я отвечу на вопрос. Чи довго планується підтримання версії 2? Мы уже не делаем каких-то критических обновлений в эту систему, и вряд ли они будут. То есть мы работаем, если не ошибаюсь, сейчас работаем над тем, чтобы была версия совместима с последней версией PHP, интерпретатора языка программирования, на котором написана эта система. То есть она доступна будет долгое время, и, скорее всего, долгое время будет работать. Но мы настоятельно рекомендуем все-таки использовать версию 3 и 3.1 уже, поскольку там было много критических таких обновлений. И она намного более удобна. И это, ну, она очень серьезно сейчас поддерживается. Далее вопрос от Анастасии Воробьевой. Вначале оплачиваются DOI, а потом в течение какого времени их можно использовать? Нет, процесс как раз наоборот. Вначале вы оплачиваете членский взнос, который дает вам возможность присваивать суффиксы DOI. Потом в течение определенного времени присваиваете суффиксы DOI, и на основании уже присвоенных суффиксов вам выставляется счет. Кроссреф выставляет счета раз в 3 месяца, спонсорская организация выставляет счета согласно ваших договоренностей и договора, который вы заключили с ней. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли указывать DOI статей в списке литературы? У CrossRef существует сервис Reference Linking, и как раз для того, чтобы он функционировал, рекомендуется после того, как редакция принимает статью к печати, просмотреть и рекомендовать всем своим авторам, чтобы они указывали в списке литературы DOI. Таким образом повышается уровень перекрестного цитирования именно с помощью ссылок DOI. И сама идея внедрения DOI также становится актуальной. Поэтому рекомендуем вам указывать в списке литературы DOI. Так, вопрос: какие главные требования к сайту издания, что входит в понятие англоязычный интерфейс? Англоязычный интерфейс означает, что данные по журналу представлены, метаданные по журналу и статьям представлены на английском языке. Если быть коротко, то название журнала, там данные про него основные. Если по статьям, то это название статьи, абстракт, список литературы, насколько я понимаю, он должен быть транслитерирован, если нет англоязычного варианта. Ну, то есть то, что относится к метаданным и, ну, к основным кнопкам интерфейса, насколько я это понимаю. Также вопрос. Есть ли научные журналы издают несколько разных издательств? Могут ли издательства присваивать DOI с единым префиксом этого университета, то есть получить равные права на префикс? Университет является основателем этих журналов. Если обладателем префикса является издательство либо университет, оно может передать параметры входа, то есть логин и пароль, для присвоения префикса сторонним организациям, то есть другим издателям. Но это по договоренности, естественно, вам надо доверять этому издательству, чтобы это издательство под вашим или под префиксом университета не размещало другие материалы, за которые придет счет этому университету, так как префикс будет закреплен за университетом либо за каким-то издательством. Так, есть ли у нас еще вопросы? So I think we've had a lot of questions. I know that the time for the webinar is complete.
we can keep on with the questions, or people can contact support@crossref.org if there are anything that we haven't answered. Было достаточное количество вопросов, мы на них ответили. В конце мы можем по e-mail обсудить оставшиеся вопросы и сохранить это все в будущем для себя. And I think we can also do another webinar in future to answer more questions. Мы обязательно сделаем в будущем еще один вебинар, чтобы ответить на все оставшиеся вопросы на этом вебинаре и поднять в будущем на следующий вопрос. Is that okay? Ну, я думаю, да. I think so. Okay. Благодарим всех за участие. Если у вас есть вопросы, и те вопросы, которые мы еще раз пересмотрим и не остались неотвечены, мы обязательно на них ответим. С удовольствием присылайте вопросы, мы будем на все вопросы отвечать. И желаем вам всего хорошего. Хорошего дня всем. До свидания. До свидания. Thank you, Andre, Vitaly, спасибо. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.